Вон, смотри, Саша, ты Два Ориги был, ты говоришь. Два Ориги точно забил. Забил Ориги забил Барси, Моура и Гарик закончил. Там сейчас дробнее три события произошло. Посмотри спокойно. Гол уже, пока вы снимаете. Браво, Ливер. Посмотри, пенальти. Чистый пенальти. За Ливерпуль болеешь? Я, да. Почему? Ну, мне нравится эта команда. Симпатизирую им. Был на Энфилде, то что чувствовал атмосферу. А, ты когда был? За Рубин. Мы играли же с Ливерпулем в Лиге Европы. Как думаешь, что интрига умерла или сейчас Тоттенхэм еще? Ну, я думаю, еще не умерла, потому что знаем, что было в полуфинале, так что можно ожидать чего угодно. Я думаю, интереснее будет финал. Не, если прокол, понятно, ты же допускаешь это, ты все равно ждешь же, как бы ногу оставляешь, вот как он. Ну, в этой ситуации куда вот защитник больше ожидает? Под себя же, что будешь обыгрывать, правильно? Не в край же выходить. Ну, то есть ты бежишь... Они сейчас видно, как бежали. Да. Да, если Сон сейчас не протормозил бы и бежал бы... По прямой, да. Было бы тяжелее. Было бы тяжелее. Он бы уже на входе в штрафную не трогал бы его, да? Вот это я и хотел сказать, что в этой ситуации Сону не надо было тормозить, бежать по прямой лучше, да? Он бы перебежал бы, и тут уже не трогал, не фалил бы, не побоялся. Ну, я говорю, то есть чем ближе к штрафной, тем он бы его не трогал, правильно? Ну, вот я тоже, если честно, я это, к этому и спросил, что если бы Сон, тем более он быстро бежал, но по прямой, поэтому тяжелее было бы. Вот Вертонген, и в результате крупно. Увидели мы еще раз момент, неоднократно доказывало, что матч... Ну, так вот в финале за кого болеешь больше? В этом? Да. Я не болею ни за кого, наверное, по той причине, что мне почему-то кажется, да и по игре сейчас видно, что Ливерпуль будет доминировать до конца игры, и если Тоттенхэму не повезет, то Ливерпуль спокойно выиграет. Ты еще за кого болеешь за этот матч? А я так ни за кого не болею, мне интересно за Ван Дейка наблюдать. За первый тайм я даже не помню, был ли какой-то опасный подход к воротам Ливерпуля. Так что пока вот ко второму тайму Ливерпуль, я думаю, что, ну, если так же продолжит играть, то уверенно одержит победу. Сейчас убери, да? Нет, смотрите, врага стоит. Реально или нет? Оттуда в дальний же проще бить, чем в ближний. Да. В ближний ты как сильно не пробьешь, ты не перекинешь. Шаг сделать, будет читать в ближний, допустим, то он дальний не успеет. Да, а нет, так просто получается, что в ближний, чтобы стенку перебросить, ты не так сильно будешь бить. Да. Он успеет ближний шаг сделать. Спасибо, коллеги.